году или в 2009 мы сделали здесь два показательных выступления, два шоу у нас было. Это были два аншлага. Мне кажется, вам очень понравились эти показательные выступления. Потом у меня была пауза, потому что я опять вернулся в спорт. В 2010 году это Ванкувер, Олимпиада, это чемпионат Европы. Потом опять была некоторая пауза, опять вернулся в 2014 году в Сочи. Ну, сейчас есть пауза от спорта. В этом сезоне я не выступаю, не соревнуюсь. Но у меня запланирован большой мировой тур, это практически 90, около 100 выступлений, около 100 шоу, куда, в общем-то, входит и Армения, и Ереван, в рамках мирового турне. Кстати, выступим в Америке, и в Японии, и в Швейцарии, и вообще по всей Европе, и в России. Вот, поэтому хочу сразу также сказать, что 20 ноября я вам покажу новую программу. Может быть, даже две, если успею накатать за это время. Это будет короткая произвольная программа, с которой я хочу выступать в следующий сезон. Мне кажется, это будет интересно, потому что я хочу посмотреть ваши эмоции, понравятся вам отзывы. Мне кажется, вам понравится. Буквально два дня назад мы выступали, тур уже начался, то есть мы выступили в Эстонии, в Таллине. Два дня назад. И там я выступил с новой программой Кармина Бурана «Тарвор». И провел 3,5 оборота акций в двух разных программах, тройные прыжки. Поэтому со мной все в порядке. Была такая информация от ваших старых коллег, некорректных, что написали, что Плющенко под нож, опять операция, еще что-то. Со мной все в порядке. Я продолжаю тренироваться, каждый день тренируюсь, каждый день катаюсь. Тренируюсь я также, продолжаю с Алексеем Николаевичем Мишиным. Ставлю программу в Большом театре в Москве с хореографом Юрием Посоховым, Сергеем Филиным. Также работаю с Мариинским театром, это постановщик Юрий Смекалов. Продолжаю работать с моим другом и хореографом Давидом Акушем. Поэтому у меня работа кипит, держу себя в форме, держу себя в правильном весе. Постоянно, еще раз говорю, тренируюсь, работаю. И хочу продолжать радовать моих болельщиков, вас, и продвигать фигурное катание в